Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить. Падшие короли. Не знаю, далеко там осталось, нет ли. Есть ли там еще DLC-то? Или один только DLC, падшие короли. Опять эту говню собирать. Господи, ты боже мой. Где-то она наверху, эта дресня. Как мне наверх-то подняться, я уже не помню. Куда ты не на... Рубанье, блядь, понапёрло, блядь. А вот это чё-то я здесь не посмотрел, вот это. Чё-то революции. Такое? Старик, похоже, и правда был пророком. Поищу крест в круге. Блять, все накаркали они, суки. Летающие эти проститутки, блять, накаркали. Похоже на то, блять. Вон там это. Дрянь-то. Куда ты, блядь, не... Не вздумай туда свалиться, чурбан, блядь. Циркач он, конечно, у меня, да? Куда ты полез? Ну ладно, давай здесь спустимся. Где эта говнина-то? Сейчас я надеюсь, не надо мне туда это. Куда? Чурка ебаная. Куда полетел? Ну ты, сука, баран, блядь. Али-баба, блядь. Какой ты нахуй Д'Артаньян? Как ты поживаешь? Че это такое? Что это за круг? Че тут надо найти-то, блядь? А, дружище, привет. Мой друг тебе в рот не влезет, дружище. Долой друзей, долой подруг, я сам себе пиздатый друг. Чё, блядь? Всё прокачалось, что ли, ты, блядь? Говнин. Да, что-то за паника тут, ну. Блять, бежать-то еще далеко, как смотрите-ка, блядь. Какие-то рывки пошли, блядь. Вроде таких рывков-то не было. Сюда, слушай, я тебе позвоню, не переживай. Вот псы тут стоят, что-то, блядь, караулят. Шустрый парень, да? Вот показывали новые технологии, это, блядь, я сейчас вот ролик заливал про новые технологии. Технологии кости там и движение героя. Ну и чего, чем плохо двигается, что ли, здесь? Че он какую-то дресню, блядь, подбирает, на? Че это он ищет-то, я не пойму, блядь, взаимодействует. Че тут надо делать-то, блядь? Я вот всосать не могу эту дресню. Какие-то головоломки. Чего они дают, эти головоломки? Опять куда-то? Да вы че, обалдели, что ли? Я вам че, блядь, нахуй? Гонщик, что ли, блядь? Гонять тут, нахуй. По всей этой дресне. С ума сойдешь. Вот сюда мне надо, да? Вот сюда надо было идти, и все, не надо мне тут ничего больше. Где тут перелеты-то? Нет перелетов-то, что ли? Как перелететь-то сюда? На птицу нельзя перелететь.
Вот какое-то задание, ну. Оно и есть, что ли, или нет? Все равно туда бежать. Что это такое? Перепрыгнуть ты должен был. Что это за глюки? Ключ. Здесь ты не пройдешь, сволочь! Кто, кто? Модерантист! Остановись его! Смотри, смотри, блядь. Обезьяны ты эти, блядь. Ну все, нахлопучивай эту дресню. Будто они мне тут еще, блядь, рты раздявают. Тебе не сбежать! Да он чемпион по бегу среди трусов! Среди трусов, блядь. Блядь, по-всякому оскорбили. Помой-ка тут, блядь, каким-то скачем, на. Здесь нет веревок-то. По крышам надо тут бегать от них. Как они задрали уже на там. Вонючки, блядь, американские. Французские. Тихо-тихо ты, блядь. Прыгун, блядь. Сибирский, блядь. Чё-то я не пойму, опять туда показывает. Смотрите, блядь. Чё-то какая-то дресня, блядь. Что это за... DLC, блядь, дресня. Я что, блядь, тысячу раз туда буду подниматься, что ли, нахуй? Давайте, ладно. Найдите реликвии, блядь, ёпты. Я там только что был, блядь. Там разве не нашел я ничего, блядь? Вот бегаю как сайгак туда-сюда в эту, по этой помойке, блядь. Ладно, хоть он такой шустрый, блядь. Сопли не жует, блядь, на ходу. Ну. Как кахи не валится из него, блядь. Ну чё, вот я бегаю, да нахер... Нахер это мне говно нужно ваше, блядь? Блять, задания это какие-то, нахуй, меняй, блять, да все, плевать, где это, фишка у меня, блять, вот она. Все, ничего не хочу я, все эти задания на помойке, блять, пусть там. Где это зеленый дресня, блять? Вороны эти шикаркают, тварюги, блядь. Опа, вороня жопа. Ну прыгай туда, вот, блядь, да, вот сюда прыгай-то, блядь. Чурбан, блядь, повис как хобот, блядь. Никак не пробздится, блядь. Ты вообще тут застрял у меня, блядь. Смотри, смотри, что делать, блядь. Макака, блядь. Все, спрыгивай, нахуй. Так, где эта штука? Опять ее ищи, свищи, бля. Тихо, нихуя себе, блядь, смотрите, швы... Что-то я не помню такого, чтобы меня так швыряли, блядь, как помойную крысу, блядь. Поебу-то, блядь. Я что-то не пойму, как стрелять этой... Дреснёй-то стрелять-то, я что-то не всасываю, блядь.
Блять, опять не найдешь, и ты нахуй эти окна, блять, вонючие, блять, поганые нам. Задрали меня, блять. Я что-то, блять, задание ты меня бесит, блять. Я уже был там, лазил в этом говне, блять. И опять туда надо, блять, прыгать, нахуй. Я что-то, блять, понять не могу. Че тут за выкрутасы? Какую-то хуйню придумали, блять. И вот этот DLC меня просто выбешивает уже, блять, разочаровало, нахуй. Кто-то там есть. Пока можешь. Чё вот они тут скопились, блядь? Как из ружья-то стрелять? Я уже, блядь, не помню, нахуй. Хернёй-то этой, блядь. Помойкой-то как я стрелять-то буду? Сдох, блядь, сдох! Какой кнопкой стрелять? Я что-то уже сейчас припомнить не могу. Правой кнопкой вроде я нажимаю, нихуя не он стреляет. Достань эту дресню-то свою. Где она у тебя, блядь? В штанах, блядь? Где у меня нормальная? Это какую-то хуйню мне дали. Зачем она мне нужна? Понять не могу, ну. Вы видели тут какие цены? Глаза вытрощишь. Как ей стрелять-то? Я вот не пойму. Базукой-то. Так, атаковать, зрение. А стрелять как? Это он стрелами стреляет. Он и палкой это как-то у меня стрелял, блядь. Ручалкой этой, блядь. А, вон он, блядь. А, нет, это совсем другое, блядь. Чё вот сейчас опять не так, блядь? Вниз, наверное, надо идти туда. Вон появилась эта метка вонючая, блядь. Задрала она меня эти метки, блядь. Просто разочарование какое-то, блядь. Все, что связано с картой, просто кусок говна, блядь. Че, вот я сейчас опять буду, блядь, конаебиться здесь, блядь. Хер поймешь, где залезть нам. Давай, давай, мочи его, нахуй, я побежал, блядь. А что ты не лаял тут, не стоял, блядь, сейчас начнет, блядь, выделываться. Страх. Опа, успел, блядь. Страх, блядь. Страхолюди, блядь. Надо найти реликвии, блядь, да, какие-то, блядь, две штуки. Вот здесь какой-то чурбан, блядь. Тусовался, да? Их нихуя себе чурбан тусовал. А, Р, блядь, ёпта. Вон Р, нахуй, надо держать. Блядь, опять он этой дреснёй своей стреляет. Где у меня дресня? Ну, ёпта, чё, блядь, не видишь? Я так и не понял, блядь. Р стрелять, а как стрелять Р? А, это... Так не, Р он у меня стреляет-то, блядь. Давай иди бей своих этих туземцев, блядь. Давай, давай. Блять, не туда забежал. Пришел ко мне, блять, смотрите этот. Тюфяк-то, блять, вонючка-то, блять. Американская, блять. Нашел!
Не приснилось. Я не причиню зла. Не губите. Пожалейте мою семью. Ну все, идите нахуй отсюда, да. Сопли будете тут, блядь, жевать. Где вот эта штука? Я не пойму. Где где-то взаимодействовать? Я не могу понять, где взаимодействовать. А вон, блядь, гроб какой-то. Где надгробие? Его переместили. Сука, кто его переместил, блядь? Мерзость какая-то, блядь. О, побежал, блядь, Архаровец наш. Меня еще никто не уходил. Вон они там тут тусуются, блядь. Так чего же мы идем? Додо, он придет. Эр, это фонарь зажигать, блядь. Ну как тут палкой, блядь, стрелять? Я вот что-то не могу рассосать это место, блядь. Так, сколько тут этих петушков-то, блядь, ходит? Главаря надо замочить, самое главное. А что если на главаря вот это... А, у меня нет ее. Да. Просто ждать уже надоело. Я уйду. Еще тут мало. Куда ты, блядь, прыгнул-то, блядь? Да вон до того надо было прыгать-то, блядь. Тюфяк, сука, в штанах, блядь. Кусок говна, блядь. Все, сорвались. На, нахуй, ты мне тут тоже, блядь, в жопу тычил, блядь. Ух ты, блядь, отсюда, нахуй. Шелупень вонючая. Посрались. Видели, как ахи улетели сзади? Так, чего тут надо-то, блядь? Вот какой-то символ тут, блядь, висит. Блядь, я вот ничего не могу понять, вот это, блядь. Говни в это. Странно. Зарублю, так и знай! Блять, они... Он прячется куда-то там, этот мешок-то, блядь, с говном. Стоит там в стороне. Выйди оттуда, нихуя не видать, блядь. Хуя себе, блядь, переебли, блядь. Где это главный туник? Он что, куда-то свернул? А? Блять, он вообще непробиваемый этот. Куда нахуй? Куда вы побежали, блять? Сучары, блять. Хоть тишка мне охуярили. Чё тут надо сделать, блядь? Кто-то сейчас умрёшь! Ты отправляйся меня на небеса! Не готов. Чё тут надо сделать, я понять не могу. Прыгнуть, что ли, вот эту штуку забрать, или чего, блядь? Эти чё здесь тусуются, блядь? Ну-ка разогнать их всех нахуй. Блять, тот ему, блять, не понравился этот чурбан, блять. Ну что-то показывает он на двери, ну и чего он показывает на двери? Она открывается, эта дверь-то? Нихуя она не открывается, что ты мне тут показываешь, блять? Хрен какой-то, блять. Может, его как-то надо задействовать, этого дурака-то, блядь. Так. Решить головоломку. Я вообще ничего не сделал в этой игре. Вообще ничего не сделал. Ни хрена, блядь. Бегаю как дурак, блядь. Ничего понять не могу, нахуй. И ничего не смог сделать, блядь. Говнина у меня кончилась, ёпт. Вот мне и Тима, но я нихуя не вижу. Бегаю. Где это? Пешковина эта вонючая, нахуй. Я тут не вижу, что-то не знаю. Где эти насосники, блядь? Вот он, поносник какой-то стоит, бородатый, блядь. Чухман, ты тоже нахуй.
воскреснут еще, начнут, блядь, тут умничать-то. Где я не вижу, вот, где эти масло-то, блядь, заливать-то надо? Опа, это будет, а? Все значит. Сорок метров показывает, вообще не здесь. Я что-то не могу понять, где находятся бидоны. Не могу ни одного, ни один бидон найти, блядь. Так и буду я в потемках бегать. Ну-ка, что это такое вот? Может, тут что-то надо сделать? Что тут надо сделать, блядь? Первую головоломку, блядь. А, вот может здесь где-нибудь повиснуть надо? Или вниз спуститься? Вон они тут вроде как бы ездят, блядь. Хренатень-то это вонючая. Да куда ты спрыгнул-то, блядь? Вниз сползай, блядь! Порез! Поганая обезьяна, блядь. Вот тут какой-то чурбан, блядь, стоит. Какой тут наступать-то надо? Надо что-то делать или что, блядь, на этих штуках? Ух ты, блядь. Я вижу, что склеп, блядь. Вот только что-то не пойму, что тут надо делать. Что тебе дать-то, блядь? По морде дать? Ну-ка, зажги. Вот эти штуки как-то они, по-моему, как ты стреляешь-то этой штукой, я понять не могу, блядь, как же ты у меня стрелял, блядь. Какую-то отметку я поставил, как я могу поставить, блядь. Лампу он не дает у меня. Может быть, сначала надо на ту сторону сходить. Там тоже так, такие же есть. Давайте попробуем на ту сторону сначала сходить. Залазь нахуй сюда. Подожди, подожди, куда ты? Прыгнуть надо. Как, блядь? То он спрыгивал у меня, этот чурбан сам как-то спрыгивал, то не может сюда залезть. Давайте попробуем на ту сторону сходить, я уже не знаю, что тут делать. Вниз тебе надо, блядь. Вот видите, он спрыгнул как-то, блядь. Даже нажал. А что это тут? Что не поджигает? Чем-то связаны вот эти рыбки, тоже непонятно ни хрена, блядь. Нет возможности, видать, не было возможности исправить. Здесь вообще нечего делать. Я даже не знаю, что тут вообще можно делать.
Мил человек, пьем с тобой. Говорят, блин, ничего тут. Загадку, блядь, разгадай, блядь. Он не ныряет, этот дурак-то, блядь. Я вообще сейчас не помню, да. Стоял я, блядь. Чё тут за загадка? Чего тут надо делать? Ни хрена не поймешь, блядь. В конце игры, блядь, придумали какие-то нахер загадки, блядь. Давай, как ты у меня прыгал-то? Пиши, блядь. Везде эти лазилки, а толку чё-то нет никакого. Блядь, ноги отбил. Я не знаю, надо вот эти штуки опустить, а что тут нужно сделать? Как их опустить? Или поднять их надо наоборот? Ни черта не поймешь, блядь. А почему-то круги эти, он раньше вставал у меня как-то на круги, я уже сейчас не помню. Но он, по-моему, как-то их активировал. То ли прыгнуть надо, то ли на них что-то надо сделать. Что я там за отметку поставил? Что это за отметку я тут воткнул, блин? Как я ее воткнул, эту отметку? Вот эти круги, как их активирует, блин? Там вот что-то нарисовано, блядь. Давайте попробуем прыгнуть, что ли. Нихуя, он не прыгает, там вообще бездна, блин. Может залезть где-то, блин, эти веревки тут. Узлами. Ну чё ты, червяк, блядь? Да вот. Вот какая-то верёвка. Нет. Червяк. Ты тут, чё за индус? Он нигде здесь и не перепрыгнет-то, я не знаю даже, где тут можно перепрыгнуть. Давай, зажигай свою эту херню. Пойди найди тут ножичек. Да я не знаю, что тут делать. Вообще какая-то дрянь, блядь. Молящий какой-то рыбаков. Может, по нему пиздануть его. Он ничего не делает, он, блядь. В середине, может, надо было сначала что-то сделать. Почему вот эти круги-то не активируются? Может, я неправильно в порядке стою? Может, лампу как бы, смотрите, их 4 тут. R. Убирает. У меня где-то вообще пистолет был, блядь. Сейчас у меня... А, у меня вот эта алебарда должна как раз стрелять, блядь. Вот она, наверное. Снаряды-то, блядь, точно. Я их переключил, блядь, эти снаряды. Как запустить эту трясню? Не знаю, понять не могу. Да ты еще полез, смотрите. Хрен тут ночевал. В середине вот круг какой-то, блядь. Я этот круг видел, но я не знаю, он двигает тут предмет или нет. Черт его знает. Какой-то просто сюрприз. С этой головоломкой. Я уже что-то... Понять не могу, он может крутиться, блядь, на это. Не берет ничего, никак, не двигает, блядь.
Ну? Нихера не поймешь. Может, в сундуке там что-нибудь найти? Да этот сундук, наверное, с... запертый, блядь. Ну чё, вот куда я прибежал, блядь? Я вообще понять не могу. Нахера я сюда приперся-то, блядь? Я вот понять не могу, на. Он не просто балуется с этой палкой-выручалкой, блядь, и всё. Чё-то я не сделал, блядь. Да, он под замком, и хрен его откроешь. Чё-то я, может, не доделал. Может, эти надо головоломки сначала, вот эти вот реликвии. Чё это за реликвии? О, блядь, открыл. Без замка. Вот какая-то лупа появилась, блядь, вонючая залупа. Вон зеленый опять, смотрите, блядь, появился. Блядь, я с этими заданиями что-то вообще не могу, блядь, разобраться в этом говнище, блядь. С этими вот заданиями вонючими, блядь, просто какая-то, блядь, засада. Постоянная, блядь, засада, нахуй. Где вот эта гробница? Вот я к ней подходил, да? К ней я подходил или нет, блядь? А вот и я, блядь. Вижу, устал. Вы, блядь, видели, нахуй, как переебали, блядь, меня? Выхлестнули, блядь, блётно. Вот что-то куда-то сюда надо идти, наверное. Сначала вот эти реликвии разобраться. Почему она зеленая дресня, блядь, у меня пропала она? Да вы что, блядь, ёбнулись, что ли, блядь? Я не пойму, что это, блядь? Что это за DLC такая, блядь? Каждый раз все заново начинай, блядь. Это что это за праздник, блядь? Циркачей. Кто это вообще такую хуйню систему сохранения придумал? Здесь надо как в Ведьмаке, блядь. Тут нахуй хуярят хлещ Ведьмака, на жопу сажают, блядь. А тут раз, блядь, и заново начинай. Не стоило нарушать закон. И они уже серьезные враги-то такие, блядь. Ёпта, стали, блядь. Куда ты, блядь, сопли-то свои, блядь, разбросал, да? Ну-ну, блядь, заблудилась, блядь. Либаба, нахуй. Бучку на хлобучку я ему устрою. Блять, отключи эту херню. Я, видать, к одному месту подошел, вот и вон там эта лупа-то, блядь, за лупа-то, ну. Это мое. Что ты там взял? Блядь, че он опять нахуй не стреляет-то, блядь, я не пойму, блядь. А? Чем стрелять? А, вот это стрелять-то, блядь, надо. Это мои сокровища! Сука, блядь.
Как вот там переключился у меня что-то? Да? Я нихуя не могу понять, почему он, блядь... Чё это такое вот, вообще переключается? Почему она... У меня эта штука стоит? У меня здесь ее нету, блядь. Вот, показывает, блядь. Две штуки у меня правой кнопкой, блядь, пулять там. Два раза, блядь, нахуй. Куда вот я, блядь, пульнул, блядь? Кто-то может мне объяснить, блядь? Вы ведь добрый человек. Блядь, куда ты наверх теперь показывает? Я разобраться в этой игре не могу вот с этими знаками ебучими, блядь. Куда, сука, наверх показывает? Блядь, только пришел. Сверху пришел, блядь, наверх показывает, блядь. Чё, нихуя не поймешь, блядь. Это DLC, блядь, на помойку, нахуй. Ёпта, вот что это за DLC, блядь. Хер, как свинья в апельсинах, блядь, я в этой херне, блядь. Только пришел оттуда, блядь, опять показывает куда-то наверх, блядь. Смотрите, сто, блядь, показывает, да. Чё это за блядь... Дурашлёпство, нахуй. Что это за хуета, блядь? Чё это такое показ? Куда он показывает, блядь? Что-то не то. Наверх куда-то, блядь, надо бежать, блядь. Опять. Короче, бросать надо эту затею. Какая-то хуета. Вот это DLC просто кусок говнины, блядь. Непонятный, блядь. Чё тут надо делать, блядь, в этом DLC? Таскает меня, как проститутка, блядь. Он бегает туда-сюда, туда-сюда, блядь. Сейчас тут пропадет и все, я нахуй хуй найду. Откуда они опять тут появились, эти... Желтомордые, блядь. Голубые ели, блядь. Да ладно, отъебись ты от них, нахуй. А сейчас... Они заебут своей дреснёй, блядь. Блядь, пробежал мимо, нахуй. Блядь, уработали, нахуй. Кто заставил тебя сегодня? Ну вот сейчас я должен здесь появиться, блядь. Где это вот сейчас зелёная дресня? Она где-то здесь должна быть. Вот я над ней стою. Где вот она, блядь? Почему сейчас ее вот не показывает, блядь? Я вот не могу понять, блядь, что это за говнина такая? Почему вот ее не показывает эту зеленую отметку, блядь? Ну? Почему, блядь, ее нету, нахуй, отметки этой, блядь, зеленой? Он и спрыгнуть-то не может. Дурак ты этот, блядь. Блять, везде враги, еще не поймешь, куда идти. Вот что, блядь. Я понять не могу, куда идти. Вот посмотрите, вот где ее искать сейчас? Эту отметку, где ее искать, блядь? Вон они, смотрите, где вон отметки эти. Или что это такое, блядь? Карта просто кусок говна. Возможно, я ее не открыл, из-за этого она так, блядь, показывает себя. Я хуй знает. Может быть, когда ее откроешь, она будет показывать? Ну, я вроде открывал, вроде залазил оттуда наверх. Хрен ее знает, блядь. С этими записями уже, блядь, башка кругом, нахуй. Он, видите, встал, он все нахуй не лезет, нихуя здесь, блядь. Блядь, у меня это вот это. Как можно такое говно сделать? Блять, в одном месте он драчу я уже сколько времени, блядь. В одном месте. Игра, блядь, в одном месте, нахуй. В одном здании, блядь. Бегаешь, как дурак, блядь, туда-сюда, нахуй. Да, блядь, залезь ты в окошко-то, ёбаный ты пидораст, нахуй.
Ну я не знаю, мне кажется, если я даже открою что-то здесь, никакого толку все равно, блядь, не будет. Да. Все равно эта хуйня зеленая постоянно пропадает, блядь. То есть она, то нет ее, блядь. Я не знаю, с чем это связано, блядь. Еще не везде Блядь, везде запрыгивает на всякую дресню, блядь. А здесь я не могу нигде залезть, блядь. Ну давай вот, блядь, по створкам-то. Вы видите, что делает он, блядь? Я вот вправо делаю, он не... Вот видите, сейчас чуть-чуть прополз, нам. Как вот, блядь, запрыгнуть сюда, блядь? Вы видите, что делает, блядь? Вот? Не я это мудрю, блядь, а игра так мудрит, нахуй. Я не могу на эти деревяшки прыгнуть, блядь. Может, он не должен на них прыгать, блядь? Мне кажется, он должен на них прыгать. Ебаный ты в рот. Блять, ну нельзя так, блядь, в конце игры, блядь, делать такое разочарование, блядь. Возня мышиная, сука. На одном месте, блядь, на одном здании дрочить тут лазить, нахуй. Говнина это, нахуй. О, запрыгнул, блядь. Здесь он запрыгнул. Там не смог он запрыгнуть, блядь. С вышками, конечно, это, блядь, отдельный, блядь, разговор, да. С этой тресней, блядь. Сюда ли вообще я лезу-то, блядь? Ну, давай последний. Только строится это здание, да, блядь, или... Блять, крыша-то провалилась у него или чего ли, блядь. Какой-то туман постоянно, блядь. Зачем этот туман постоянно сделали? Ни день, ни ночь, ничего, блядь. Ну и чего, вот, чё, думаете, я... сейчас тут зеленая дресня это появится? Да нихуя она не появится, нам. Куда она показывала, я не пойму. Она как раз сюда куда-то и показывала. Все, блядь, он опять на эти палки не встанет сейчас. Почему отметка то есть, то нет, блядь? Вот я понять не могу, почему вот она не отмечается здесь, блядь. Где она тут, эта отметка? Ну? Где вот она не появляется, эта вот зеленая дресня? Когда к ней подходишь, она начинает появляться. Я здесь ничего не вижу, но... Ничего тут не появляется, здесь он спрыгнуть не может. Куда ты пошел-то? Вот, блядь, спрыгивай сюда вот. Мерзавец, а мерзавец. Решить головоломку, блядь. Вот эта головоломка, где она? Вот эта вот такая херня нарисована где? Вот она где-то здесь, блядь. Так я, по-моему, как раз и был в этом помещении. Да. Видите, ни хрен спрыгнешь, блядь. Вот эта книга, здесь книга-то какая-то была, блядь, или чего ли, блядь. Вот сюда я подходил, блядь. Что внутри особого кольца? Это про горгулей? Есть рога? Ну, блядь, я уже читал это. Что толку-то? Мне ничего не дает это, на. Я не могу понять. А вот какая-то бумажка, смотрите. Так я, по-моему, к ней подходил. Или к книге я подходил. Ну, вот зеленый, вот эта зеленая дресня. Я не могу...
эту отметку, блять, все пиздец, везде опять, нахуй, как обезьяна, блять. Где надо, не залазить, нахуй. Конечно, вот это больное место в игре, блять. Отвратительно, блять. Не появился она, ну? Ну ладно, давайте на этом закончим. Прохождений дальше не будет. Я не буду проходить дальше. Какая-то возня в одном месте. Мне не понравилось. DLC нахер на помойку, блядь. Без надобности такой DLC. Просто мне не интересно даже в нее играть. Вот такие дела. Давайте закончим с ней все. Закрываю тему и удаляем. До новых встреч.